Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу себе сделать на завтрак вместо булочки, значит, тортик в кружке. И он у меня будет банановый. Значит, для этого мне надо будет пол банана, одно яйцо, 2 столовые ложки сметаны я возьму, значит, ложка кокосового масла, разрыхлитель и миндальная мука. У меня здесь 3 ложки. Вот. Ну и начнем. Банан, значит, он у нас, как сказать, сладости, мне кажется, достаточно. Поэтому я хоть и поставила подсластитель, но я, наверное, не буду добавлять подсластитель. Так, значит, сюда мы вобьем яйцо. Чуть-чуть так. Чуть-чуть, одну маленькую щепоточку соли. Теперь добавим ложку кокосового масла. Тут у меня как раз ложка, наверное, больше. Как я сказала, подсластитель я не буду этот раз. Значит, 2 столовые ложки нам надо сметаны. Так, и теперь мы будем добавлять нашу муку. Вот здесь у меня 2 столовые ложки. Сюда я добавлю пол чайной ложечки разрыхлителя. Так, и теперь будем сюда размешивать. Что-то тесто у меня жидковато, мне кажется. Добавим, наверное, еще ложечку миндальной муки. Так, ну-ка попробуем на сладость. В принципе, сладкая. Подсластитель я не буду добавлять. Так, теперь мы подготовим, значит, нашу форму. Нам ее надо смазать. Вот, и насыпем немного муки. Маслом намазала кокосовым. И вот так мукой я обсыпала. Вот. И, значит, мы сейчас будем выкладывать форму. Одна форма, и у меня еще получится еще одна. Ну, и сейчас мы пойдем в духовочке. Мой тортик. Посмотрите, какая прелесть. Я сверху маленечко кофе посыпала. Вот. Теперь мы их будем вытаскивать. Вообще-то надо было, конечно, они остыли. Но попробуем. Но я вторую оставлю, чтобы она остыла, потому что холодная она будет лучше вытаскиваться из форм. Ну, в общем, вот такой у меня хлебушек-тортик получился. Сейчас буду завтракать. Ну и приятного вам аппетита. Повторяйте за мной. Не забывайте подписываться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока, до встречи!